А теперь представьте, что у вас все виды в одной емкости. Да? Там есть и хищные растения тропические, и хищные растения болотные. Там, где требуется более высокая влажность, вы можете расположить либо маленький встроенный увлажнитель воздуха, либо генератор тумана. Вы можете поставить вентилятор так, чтобы своеобразным образом рассеивался вот этот вот увлажнитель. Дальше вы можете все поставить на таймер. Вы можете увлажнитель включить на час, потом его включить вместе с вентилятором, чтобы последующая его работа, допустим, несколько часов, была с рассеивающим туманом. Вентиляторы иногда нужны, они нам помогают, чтобы воздух был хоть и влажный, но чтобы был все-таки он свежим, чтобы не было гниения у тех растений, где, к примеру, забыли отрезать старый листик. Да? При этом у нас есть и свет, и высокая влажность, и частый полив, и ухаживание, ну, предоставляет нам удовольствие.